Полувековой юбилей спортшколы Олимпийского резерва номер 7 встретит обновленной. Сейчас начаты работы по ремонту фасадов здания на Арсения 4. Кроме того, во дворе появится универсальная спортплощадка, о которой и тренеры, и воспитанники так давно мечтали. Хоть наша школа одна из самых известных в городе Иваново, но проблема с площадями стоит особенно остро в нашей школе. И поэтому изыскиваются все возможности для получения дополнительных мест для тренировок. И вот эта площадка, которую мы возводим во дворе нашей школы, будет очень хорошим подспорьем для наших тренеров, для максимальной реализации способностей наших талантливых детишек. Седьмая спортшкола по численности тренеров и воспитанников одна из самых больших не только в городе, но и в нашей области. Сейчас здесь занимаются около 1000 ребят. Работает 40 тренеров-преподавателей, которые развивают 5 направлений – бокс, спортивную борьбу, тэквондо, ушу и карате. Тренера хорошие, атмосфера, приходишь как домой к себе. То есть хочется тренироваться, хочется достигать высот каких-то с этими тренерами и идти к своей цели. За 50-летнюю историю спортшкола подготовила и заслуженных мастеров спорта, и мастеров международного класса. Десятки тысяч мальчишек и девчонок занимались в этих стенах. Самые успешные и достойно представляли регион не только на уровне страны, но и мировой арене. И сейчас сразу 12 воспитанников входят в состав сборной России. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.